Приветствую всех. Вот, наконец-то вырвались на рыбалку. Вон, с Сергеем приехали на Таежное озеро. Тут рыбалка посерьезнее. Должна быть, щуки тут есть большие. Может, повезет. Трофейную щуку возьмем сегодня. Вот, пока выставил 7 живлиц. Сейчас поставлю еще. Ну, штук 20 поставлю. Все, погнали, смотрим. Фу, у Сереги сработка. Что-то огромное, говорит, там. Фу. Багорик есть, сейчас. Помучаю его. Сапог набрал. Да. Ух, что-то хорошее там. Не, пускай идет, пускай идет. Да пускай у меня лески немного. Ладно, сейчас мне помучаем. Ну, туда, обратно. Я набрал сапог полный воды. Да. Я хотел же взять высокий бар. В рынку-то он пролезет или нет? Там что-то хорошее. Она тянет как паровоз вообще. Не больше, не меньше 3. Если заткнет. Первожилец, это мужик здоровенный, кстати. Ну, большой. У меня аж руки затрусили. Там трофейчик, ребята. Сейчас мы не получим. Только поставил первую жерлицу. Гляжу, флаг ставлю. Так она тут стояла. Они же не боятся. Он сейчас возле лунки начнет. Что-то он уперся и все, прикинь. Так он не залазит. Или бушку не сует. Да не, он голову не засунул. Ладно. Во, ребята. Обождем. И вниз не хочет идти, ты понял? О, тихо-тихо. Не залазит он. Не пролазит лунку, что ли. У меня жрицы пока молчат. Блядь, как его нащупать? Багорик он позадрюха. Зашугаю нафиг, наверное. Так, протолкнуть его как-то нащупал. О, пошла, видишь, пошла, видишь? пошла. Видишь, боится. Все, вытаскивай. Пошла? Не, она ж отошла. Сейчас. Опять уперлась башкой. Так она не пролазит, наверное. Подожди-ка. Вытащить нахуй больше. А, больше не вылазит, что ли. А ну шугани ее, Андрюха. Да, у него пошла. Так у него башка-то не пролазит, ты че? Да не, ну хоть нос-то должен залезть. Ну да. Ну может он немножко боком встает. Он, видать, за щеку, за этот, за боковую. Ну. Опа, тихо. Все, сучка, прикинь, опять уперся. Мат, не ругайся. А у нас же этот культурный контент, да? Мы не матюкаемся, но это ж эмоции, Андрюх. Может, это пошла. Вниз пошла. Это блин, я его не могу зацепить. Может, это щука моей мечты. Ну, это хорошая там щука. Не могу сказать, у меня весы есть. Да весы у меня есть. Странно, она... Видишь, и все, под лунку, и все. Только это, Андрюха. Ух ты! Попал! Тихо. Так он... Стой. Так он не пролазит, вот у него все, башка. Держи, Андрюха, я пошел, сейчас беру этот. Ох! Не тяни, все, держишь? Да. Держи, сейчас будем... У него, смотри, у тебя 110-е, да? Не, ну она-то раздает боль. Да, там... Нифига себе, пасть, блин. Я его держу, хорошо.
Так, Андрюха, надо плеска сбоку, чтобы я ее не перевел. Я ведь не знаю, как ее зацепил. Сейчас я выставлю. Ну, вроде хорошо. Ух, там еще не пролазит нифига, ребята. Вот за такой щукой-то стоит сюда ездить. Хороший монстр. Во, пасть нафиг. Так ты ходишь рядом, что ли? Да. Так давай, может, пролезет, подожди. Да стой, стой, подожди. Сейчас вот тут долбанем. А ну голову чуть-чуть подними. А, тихо, 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 стой. Ты его зацепляешь? Подожди. Не-не-не. Зацепляешь, он дергается. Он просто от вибрации, он же чувствует. Я подожди, далеко. Крюк-то я как засунул вообще? Проткнул, нет? Стой. Леску шел. А пролазит, пролазит. Блин, смотри, он укусил. Возьми за этот, за жабры. Тихо-тихо. Ебальник. Офигеть! Вот это монстр, друзья! Это щука маленькая. Офигеть! Не знаю, килограмм 7 точно. Офигеть! Вот это монстр, ребята! Не зря мы сегодня. Да ладно. Уже? Все. Короче, офигенно вообще. Во! Не зря я тут утонул. Я ж терю, я ее подсек, она прет, как паровоз. Слушай, а где тут вот? Ребята, сработка. Фух, снега по колено. Офигеть. Фух, еле добежал. Ударил, ушел кто-то, что ли. Может, окунь ударил. Ну, ладно. Да. Ничего? Да. Сейчас взвешаем этого крокодила. Да, блин. Нет, и это. Сколько показывает? Камере не видно, что ли? 8-140. 8 килограмм 140 грамм. А ну вот. Зафиксировалось? Да. Вот. 8-140 нафиг. Да, это. Вот это монстр нафиг. Это щука моей мечты. Да. Я больше ее брать не буду. Я буду отпускать, слово даю. Это первое в жизни. А ну-ка, снимаешь? Да. Вот это монстр, крокодил нафиг. Там все, блин. Багорик? А нет. Небольшой вроде. А нет, багорик неси-ка, багорик. Багорик неси. Не знаю, где тут. Ух ты! Нифига себе! Короче, что-то хорошее опять. Ух ты! Второй трофейчик нафиг на сегодня. Только не спеши, не спеши. Только не прозевай, не спеши. Да он вообще силен. Он сейчас света будет бояться. Ты лучше этот. Сейчас, мне ж надо что-то не утонуть. Я ж тоже не хочу тут. А вон вылазит. Да не, не такой уж большой. На, сам. Блин, он света боится. Не спеши, не спеши. Ну хороший тоже. Ты чего? Тоже крокодил хороший. Тоже под пятерочку. И килограмма 4 есть. А ну, за край губы нафиг.
Вот это монстр, ребята. Сегодня наш день, нафиг. Ставим лайки, не скупитесь, мы старались. Ноги мокрые. Второй трофей, нафиг, на сегодня. Класс. Класс, ребята. Не зря приехали. Вот это да! Это не я. Я ж тебе говорил, пятерка железная. 5700. 5695. Офигеть, нафиг. 5600. Во! Трофей, блин. Сработка, ребята. Фу. Ну туда идти. Охренеть. По колено снега. Пока вроде не крутит. Посмотрим, что там. Размотка полностью. Значит, тут. Ах, нету, что ли? А есть кто-то? Есть. Фух. Угу. Тоже не маленькая. Ух ты. О! Тут тоже 1,5-2 килограмма. Два есть, нафиг. Хороший щупак, нафиг. Это да. Третья щука на сегодня. Все хорошенькие такие. Ну, Сереги там сработка. Ходить не буду. Больно далеко, нафиг. Снега чуть ли не по колено тут, нафиг. И вода чуть ли не полный сапог. Окунь, наверное, ударил. Сработка и размотка полностью. Есть кто-то. Фу. Беги сюда, бегать. Сопротивление тоже хорошее. О! Пойдет. На килограммчик, наверное. На жарёху. Самое то. О. Попался ворюга. Да. Рыбалка у нас сегодня трудовая, нафиг. Вот по таким. Вот по такой каше ходим. Почти что полный сапог, нафиг. Воды. Так бегаем. Снега много, давит. 200 кило ровно. Вот этот, который сейчас попался. Тоже нормально. А который до этого вот 2450. Считай 2,5 килограмма. Хорошенькие щучки. Сработка там у меня, друзья. Да, каша тут, нафиг. Посмотрим сейчас. Непонятно что-то. Насмотки нету вроде. Нет, вроде кто-то есть, что ли. А, есть кто-то. Ух ты! Нифига не пролазит. Вот, вытащил. Больше 2 килограмм не сработал. Еще одна жерлица. Побежал туда. Короче, взвешиваем. Кто бы сейчас поймал. 2,935. Почти что трешка, нафиг. Фига себе. Сработочка, друзья. Фух, ну, на пасашок бонус, наверное, бонус. Смотрим сейчас.
Ударил и ушел, что ли? Может, окунь? Тут окуней, по-моему. Походу, окунь. Ну ладно. Улов уже и так хороший, отличный даже. Супер. Фух. Все, ребята, порыбачили. Сейчас будем закругляться, жерлицы собирать. Вот такой результат нашей рыбалки. Результат сегодня отличный. Какая мамка попалась. 8, 140, да? Где-то так. Этот? Шестерочка. Ну, почти 6, да. 2 900, 2 450 и кило 200. Улов отличный. Во. Ставьте класс, кому понравилось. Подписывайтесь на канал, не забываем. Все, до новых встреч. Всем пока. Всем пока. Вот, Серега, бонусного взял. Финальная. Да. Ну, ты даже больше трех, наверное. Ну, трешечка есть, да. И тут. А сапоги какие моднявые. Класс, у меня. Обязательно. Вон, покажи людям. Вот так лазим. Вот так мы плаваем. Да. Фух, еще немного осталось. Выползти отсюда и все.